волку. Короче, слушайте. Так. Если ты учуял запах волка, значит я где-то рядом. Розочку видишь? А матов много будет, да? Естественно. Вот Джимми. Подожди. Вот этот, когда он теребится, он, короче, понял, шумит. Все. Сейчас я его. Видите, да, зачем надо подписываться на Metalcore станцию? Чтобы вот это вот чандулька наконец-то. Да. Чандатра вот это, бля, уже ушла. Вот Джимми. Вот Джимми. Все. Вот Джи она. Короче. Это Аня. Под кодовым названием Аталанта. Под кодовым названием Матильда. Как, смотрите, как... это моя сеструха. И один плохой комментарий, блядь. Вам пизда, сразу. Как всегда, мы ехали с Арчи, подобрали на приоре, закинули девчонку, привезли сюда. Да. Вот. Это вовсе не наши друзья, кто к нам приходит. Не, вообще нам никто, они все. Да. Все, Metalcore станция здесь. Арчи, Аня. Вот это тема. Ударь-ка по столу. Да. Давай вообще введем в экскурс. Давай вообще, короче, да, вот так. Мы давно с тобой не виделись. Я, если честно, уже не в курсе ее музыкальных пристрастий. Но я знаю, что она слушает Manowar. Warriors of the World. Там аж гром. World of the Worlds. Вот такие треки. War of the in War. Там аж гром долбанул. Да. Этот, короче, ты только начала, типа, слушать? Чё по Metalcore? Есть чё по Metalcore здесь? Есть, брат, короче, чё за тема? Ну ты Metalcore вообще, да, не слушаешь? Ну нет, ты говорила, что... Нет, я слушаю, это группы Suicide Silence, если вы знаете. Ничего себе! Всё! Ты сейчас это слышал там? Твоя... Она слушает Suicide Silence, охренеть можно. Вот так. Продолжай, не останавливайся, пожалуйста. Ну это моя самая полюбившаяся группа из всех металкоров. Вот. No time to bleed. Воу, серьезно! Она еще и олдовых, понял, слушает, в смысле, таких трушных, настоящих. Да, я как начала вас смотреть, Тор, здравствуйте, я поняла, что... Сиш, Рейден, по-братски, тормози, хватит, да? Рейден там просто, enough! Вацок! Да, я поняла, что очень много современных, так скажем, рок-исполнителей, вот, а я просто олдовская, прям жестко, что по хип-хопу, что по року вообще. Да, она и хопчик слушает, грамотный, да. Такой бомбовый, mm-hmm. Есть. Mm-hmm. Тупак жив, все да. Дела. Поняли, да, то есть, короче, чё? А имманенс, чё-нибудь такое... Asking for Александрия. Ну это, ну это, ты видишь, Арчи, короче, сказал Ане, Аня посмотрела наши выпуски, поэтому она говорит, что она с наших выпусков много достала для себя интересных треков. Кайф. Ginger, как и вы. Кстати, я посмотрела их одно видео, мне очень понравилось, может это старая песня, не знаю, вы что-то ее засираете сейчас постоянно. Никакой постановы. Вот, ну в общем, Life мне session. Понравилось. Песни несколько так, послушала, но да? Прям не вникала в них. Ну кайф, вот выкупила. Видишь, Аня видишь? Выкупила. Да, но мы не выкупаем, да. Мы любим нули. Кайф. Это нули топ. Хэштег новый. Нули топ. Царские нули. Кстати, что по битве, бля, комментов? По битве комментов у нас давай-ка вот этот вот. Мужчина, самец. Просто коммент комментов. Ребятки, пишите обязательно комменты, а самые крутые будем сюда впихивать. Начнем, короче, давайте уже. Давайте. Мы с тобой пролюбили Black Veil Brides Torch. Коротко о Black Veil Brides, это... Смотрите, как всегда, мне напишут, что я неправильно сказал, что за стиль, поэтому это... Для меня это Эмари, бывшие Эмари, короче, когда они с крашенными глазками, с длинными волосиками, такими... Раньше делали, вот, но сейчас пацаны повзрослели, поэтому они делают теперь вот такое. Надо смотреть. Малиновый пиджак. Мафиозни. Зубинка, не все мафиозы. Ну,
Но эти ребятки, короче, делают качественно, понял? Есть у меня даже такое предложение, что Мари до сих пор. Ну нет, они уже повзрослели, видишь, пацаны. Но они не умерли, это уже хорошо. Энди Блэк, вокалист. Очень повзрослевшая музыка. Мне нравится его вокал. У него голос сильный. Да. Качественно. Вот это типа, это Nightwolf из Mortal Kombat. Блин, я представляю, как Азик вот так делает. Нормально. Вот, я не люблю соляки. Но вот это прикольно. Красивый соляк просто. Такой на расслабоне, он его в ванной даже может играть. Хорош, блин, ударный класс. Точ, это что в знании? Точ? Да? Трек называется то. У нас порч значит чуть-чуть другое, видишь, да. Блин, прикольно. Хочется двигаться. Мне очень. Моя, такой он здесь на движение. А он экстримит этот тип? Да, да, да. Очень да. Хочу теперь его экстрим послушать. Да? Хочешь мне послушать, кажется, его экстрим? Такой. Хочешь послушать его экстрим? На, получай! Боя! Вот, вот послушал! Нормально, дал он, дал. Хорошо же он выдал, да? Да. Так, к мы слишком гостя, пожалуйста. Да. Ladies first. Ой, на самом деле мне понравилось, потому что все так филигранно, что инструментал, что вокал. Enough! Твои слова подтверждает сам Тор просто. Да, да. Рейдл. Да, Рейдл. Я с ним, кстати, общаюсь часто. Отлично. Вот. Вальхале? Вальхале. У тебя бортал дома в шкафу? Вальхала. Да. А другой в этот... И как там Бальдер. В царство, которое в Mortal Kombat. Нравится тебе, да, когда тебя перебивают? Очень. Да, у нас-то постоянная рубрика. Так. Кстати, цветы и кудряшки. Боже, сохрани, спаси кудряшки. Или как? Бля, я забыл. Напомните, да, хэштег? Радик, мы, Аня, мы вот так вот, вась-вась все втроем, поэтому шатаут можешь Радику передать. Да, Аня до сих пор не может сказать свои мысли по поводу трека. Да, Арчи поехали. Просто... А что, вы меня не любите из-за этого? Давайте, отпишитесь от нас из-за этого.
Я все сказала. Видишь, да, понимаешь, с чем мне приходится жить? Понимаете, да? Вот. Моя харизма, я не уничтожаю вот этот формат, блядь. И это он только здесь, а вот я с ним еще и здесь живу. Да, зато у меня настроение хорошее сегодня. Давай, продолжаем. Да. Короче, зашло. Очень сильно. Классно. Оценка. Из 10. Да, 10-бальная школа. Ну, я поставлю 9. Опаньки. Эмоционально. Ну, опаньки. Это очень сильно было. Ну, если человек качает, да, и чувствует вот эту вот музыку, да. Ну, реально вот, зашло. Ну, вот. Ништячок. А тебе что? Я поставлю 8. Ты знаешь мою супер строгость. Порой, конечно, нет. Эмоциональная не строгость, но сейчас адекватно 8. Потому что, ну, блин, я именно поставил 8.6. А это грандиозный шедевр. Это 8, мне очень зашло. Вокал суперский и визуально клип прикольный, и стиль у ребят прям нормальный. Мне они понравились очень визуально. И прям на расслабоне, и хочется двигаться прям вот четко. И даже соляки не бесили меня. Ничего раздражительного вообще, все идеально, ровно, классно, да, 8 баллов. Да, вот просто отлично. Да. Вот я... Я буду это слушать прям вообще. Скажу. Я здесь с тобой тоже, наверное. Хотя, блин, ну... Давай. Да. По-честному, у них есть и попизже треки, поэтому 7 от меня лично, вот. Ну вот, да, а ты еще... больше наслышан. А еще Энди Блэк, кстати, кому интересно, гляньте... Blank. Да, гляньте, если вдруг кто видел, напишите в комменты, что видел. А если кто не видел, может, вам вдруг зайдет сериал, в котором он главную роль играет, Энди Блэк. Типа, как он называется? «Американский сатана», по-моему, короче. Сериал про рокеров, где он в главной роли, короче. Пробует себя в роли актера, пацан. Вот. Ну, харизматичный. Ну да. И голос у него такой сильный. Запикай эту хуйню, потому что, бля, не хочу его пиарить. Окей. Чё, едем дальше. Короче. Ты же мне что-то там обещал кое-что. А сейчас? Да. Я просто обещал Арчи показать епошек. Арчи понравились епошки в прошлый раз. Это были Crystal Lake. Yeah. Сейчас Рёки Нашита на фите у других японских пацанов, классных, кстати. Когда-то, самурайский металкор. Когда-то я с ними, да-да. Когда-то я с ними, кстати, даже общался, когда металкор станцию в Инстаграме пока вел. Я... А как ты общался? Вот так. О май ва. Мусиндэйру. Нани. Нани. Это они тебя. Да-да-да. Это вся наша переписка, короче. Очень хочу посмотреть Паша Киношита. Он мой вот такой, он как будто мой вот он вот здесь он красавчик такой он. Да. Мне очень он понравился. И давай. Кто в комментах Lake, и кто в комментах просил, пацаны, ваш день. Ехали. Мне очень нравится он. Очень харизматичный тип, такой мощный. Здесь вот Киношита? Самурай. Самурайский металкор. Еще одна вставка. Заебу тебя. Единственное, о чем мне вот эта вот готическая, католическая вот локация заебала уже. Вот единственное, что мне не нравится. Красавцы просто. И у них скриптонит гитарист. Хэштег жирный жир. Ух, блядь. Сука, давай. Ебать, жирный, блядь. У!
Что они творят, эти демоны? Как они ритм порвали, бля, просто как... Как очко Егора Кринжа. Спиношита. Да, да, это... Рейден даже охуел! Это сейчас что было? Это что, конец? Это сейчас что? Это, блядь, японцы, нахуй. Бля, он пиздец порвал, блядь. Я нахуй, я аж вспотел, блядь. Я тоже. Охренеть. Ладно, гостю слово. Я видел, великолепно. Да, я видел, что Аня качалась. Бля, очень. Это вот то, что я хотел очень давно послушать. Да, кайф. Я еще не отошла. У меня есть один маленький минус. Меня заебала вот эта вот католическая могильная локация. Одна и та же у всех. Да? Вот единственное, что плохое. Все остальное... Ну это жанр, понимаешь? Да, я понимаю, да, я понимаю. Просто вот эта локация... Ну видишь, церкви, ну видишь, например, быть. Эти Crystal Lake, например, из этого вылезли. Они вот, да. Например, последний черно-белый клип, он же вообще крутой. Насрать вообще, да, на. Вот визуально один из лучших клипов, который мы смотрели, это точно. И да, мы с Арчи обсуждаем, а гостю ни слова, опять же. Мудаки! Что сказать? Японцы, вот как. Я в жизни не слышала вообще японской музыки, тем более металкора. Это ж металкор? Ну, это да, можно так сказать. И просто мне хотелось с ними в эту тусовку влиться и просто скриму вот этому научиться и с ними вот так вот. Во-первых, музыка очень кочевая. Да. Во-вторых, визуал. Вот эти вот все их маневры. Если смотреть, когда смотришь человеку в глаза, ты уже видишь вот эту всю энергию, так скажем, и, ну, видно по глазам, что человеку, ну, в общем, это было слишком круто. Вот, это то, о чем я говорил тебе лично, это его ебанутая харизма. Харизма, да. Он прям тебя пробивает, такой... Огонь просто внутри вот так вот. И я представляю, что будет на их реальном концерте вживую. Там, да. Это такой кач, вот просто. Там реально, вот фанатки Егора Кринжа, они просто флемиться начнут. Это круче. Рейден, да хватит, блядь. Да уже, ёб твою мать. Оценка. Рейден, это enough. 10. Еба. 10. Арчи? 9.1. Берсерк все еще устоял. Но это 9.1. Это прям, бля, в моменте меня прям поля. 9.1. Среди этих стилей 9, ладно. Это почти гениально. Почти, да, ты поставил больше. Вот. Ну мне просто это, киношида вообще... пиздец как нравится. Ну да. Я на него в инсте подписался. Ну ладно, за меня-то что говорить. Подпишешься на киношиту? Да-да. Все. Ну и короче, и на закуску закинем один клип российской группы. Ребятки со мной списались, говорят, типа, зацени. Я говорю, ну, ладушки, оладушки. Скажем все как есть. Да. И как раз у нас независимый эксперт есть.
оу, оу! Нормально? Оу, оу! 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 Эй, мне нравится! Прикольно! Хорош! Ах вы говнюки, блядь! Ах вы говнюки, блядь! Оу! Оу! Хочется доебаться, ребят, честно. Очень хочу! Ну нормально, это прям охуенно. Вот этот звук гитары был прикольный. А это синты. Клавиши. Да. Это клавиши. И этот биточек в тему. У него очень приятный чистый. Да, чистый охуенный. Ну и стримит он, заебись. Ай! Ужасная графика была. Эй, если вы еще сюда запихнули брейкдаун, пацаны. А, нет, я думал брейк будет. Ну, звук качественный, да. Ах вы говнюки! Сейчас мы шли мыслишки по поводу музыки. Гостю слово. Да, начинай. В целом хорошо. Мне не очень понравились переходы. Из одного состояния в другое можно было бы сделать два перехода, но там было очень много переходов, и как-то сначала качает, потом ты такой сидишь, потом опять качает. Нужно что-то взять одно, чтобы, ну, и это дело продвигать. Ага. Вот, это первое. Второе, что я могу сказать, по визуалу и сюжету мне не очень понравилось, потому что, ну, нужно проработать, так скажем, чтобы картинка была красивая. И сюжет, чтобы был понятен, просто как бы музыка и картинка должны сочетаться, чтобы что-то одно было. Вот, а так это какое-то раздвоение. Но нет, это я не обижаю этих ребят. В целом было хорошо. Для России это что-то новое. Это важно, это мой спич. Вот. Я надеюсь, что дальше они продолжат еще круче. Побольше бы таких моментов, под которые можно вот так вот делать. С кайфом. Оценку дашь? Из 10. 6.
тоже неплохо, знаете. Да. Не один. Если что, ребят, по нашей шкале это заебись. Это по нашей шкале, по десятибалльной, да, это очень даже заебись. Арчибальд. Так, ребят, смотрите. Значит так, ребята, лично к вам обращаюсь через экран монитора или телефона. Покажи просмотры, пожалуйста. Сколько просмотров? 10 тысяч? Очень мало. Скажи, здесь должно быть 100. Да, минимум. Это качественно. Да. Мне, короче, графика, вот минусы. Графика в ролике, лучше ее не было бы. Бля, ужасно, пиздец просто. Мне тоже не понравился вот лор этого клипа, типа в плане сюжета и... Но это как-то чуть-чуть избито. Я таких клипов много видел и рэперских, и рокерских, и корных. Икорные изделия. Икорные рифы. Да. И рыба такая. Но, чувак, вокал твой чистый. И экстрим пиздец охуительный. То есть, если бы я не знал, что ты из России, я бы подумал, что это тип какой-то, блядь, ну... Но я потом начал слышать чуть-чуть акцент, но в целом охуительно. Мне очень понравилось. И музыка. Один риф прям был пиздючий, прям охуенный. И в целом, но за что дикий респект? Почему я поставлю... Я поставлю на респекте оценку 7.3. Почему? Потому что, зная, как тяжело, блядь, в России делать вот такую музыку. То есть мы не берем Wild West и Шоколая. Все, мы их в пример больше не ставим. Почему? Если брать другие группы, ну потому что они уже на вершине. А, ну, и то в России, где металкор вообще не развит абсолютно. Да. Эти чуваки энтузиасты. То есть они, блядь, лезут через терник звездам, на рожон, блядь. И за это респект пиздец огромный, бля. Потому что это, знаешь, они выбрали очень тернистый путь, блядь. И за это 7.3, это охуительно. Но я жду большего. Я хочу увидеть, как вы вырастете, пиздец. И, бля, просто, если честно, клип в рамках. Я уверен, сколько они выделили на него. Ой, там, наверное, я орал, да? Ладно. Сколько они выделили на клип денег? Я уверен, что очень мало. Mm-hmm. Я не думаю, что эти чуваки много зарабатывают там и так далее. Ну, в общем, не будем в карман лезть. Суть в чем? В России тяжело качественный продакшн делать. Это очень дорого. Учитывая и заработок групп, тем более. Я не думаю, что они гастролируют, как Шоколай. И так далее. Поэтому, мне кажется, вот они как Рокки Бальбоа. Тренировались, били мясо в какой-то там, короче, в зима, они такие, бля, пальцы мерзнут, бля, ну тяжелый путь, вот за это респект, но можно, конечно, намного лучше, в плане вот в целом, но уже самое главное, крутое, это музыка, очень на уровне. Поэтому 7.3, блядь. Но это... У меня нету микрофона в руках, я нервничаю, блядь. Но это с... Это вам, типа, на, вот, ну, чтобы вы такие... А, 7.3, нахуй. Сейчас как ебанем тебя на 9.5, блядь. И Берсерк падает на второе место. Мотивация. Пацаны. Пацаны сделали, как я люблю, в смысле, отвечаю. Я вот от такой музыки просто кайфую, когда это классный, просто обалденный вокал. Вот, ну, бля, смысла же нету кому-то что-то зализывать. Типа, пацаны реально сделали обалденную вещь. Голос просто обалденный. Единственное, мне знаешь, что смутило насчет экстримов? Экстрим как будто... это, наверное, по сведению это какая-то тема. Ну, короче, сухой. Он прям вот... Прям очень доебался. Сухой. Ну, это я чисто вот я от себя. Можно доебаться до сухого экстрима, но когда не... это Motion Little White или кто-то из топов, когда они делают сухой экстрим, там типа, ну, ребята. Ну, я говорю. А я... это, ну, они имеют. Ты, черт, ты свое мнение сказал, заткнись. Я говорю. Короче, экстрим чистый. Просто охуенный, да. Я прям кайфанул. Рифы, пацаны, мое почтение, потому что это, бля, в целом, и еще и клавиши. Короче, вот, знаете, что скажу? Правильную выбрали эту,
тактику. Вот и музыка просто охуенная. Вот эта музыка, которая может понимаешь, зацепить тебя, может зацепить да. меня, может Аню, может мы пойдем сейчас на улице встретим кого-то, включим, и она точно короче, зацепит. Короче, пацаны заслуживают славу. Они заслуживают стопудово, стопудово, потому что 10 тысяч просмотров это, блядь, обидно. Да, потому что видно, что вы нахрен можете, и вы можете еще похлеще. Вам, например, понизить строй. Добавить, на пол, нахуй. Да, добавить парочку хороших брейков и все, вы в смысле банда британского уровня, я вам отвечаю. Но это охренительно просто, просто охренительно. Пацаны, респект. Вот просто, понимаете, так как было. Мне написал парень из их группы и типа говорит, зацени. Вот заценили, так, в России делают, вот, молодцы, да. нахрен, вам только удачи мы и респект вам за эту музыку. Мы как раз в ролике говорили о том, как тяжело в России да. ребятам да. делать музон. И вот прикольно. оно. И оказывается, что не только Wildways и STP могут делать вещи, да, оказывается, помнишь тех чуваков? Кто угодно может делать. Я не помню, как их звали, когда я сказал, типа, это девушка или парень. Вот охуенно. С Брянска, которые были. Пиздатые вообще. Да. И эти души, блин. Пацаны, и сколько у них аудитория, блядь, вам, 7 человек. Вам удачи, двигаетесь да. в правильном направлении, как я считаю. Надо ебашить конкретно, вообще очень да, долго, да. не если взялись, газуйте. Опуская рук, потому что, бля, подводных камней будет дохуища. А мы поддержим, потому что да. мы здесь именно вообще, за этим. Вообще, одна из наших целей, это типа раскачаться медийно и такие на респекте. Продвижение. Просто сделать рекламу. Да просто там, двигать да. эту музыку в массы, потому да. что почему-то вот у нас сложилось такое, типа, вот в России не умели делать рок, и все. А вот пацаны, пожалуйста, делают нахрен. Еще Ротск. Как делают. Ой, блядь, сука. Уебал, блядь, Ротск, блядь. Напишите Ротск в комменты и пизда за баню, нахуй. Ненавижу это слово. Вот так вот классно посидели. Да. Классно же? Классно. Вот. Расскажите, мадам. Как ваши впечатления? Понравилось вам у нас? Excellent. So, what can I say? Oh, perfect English. Oh, yeah, my mate, all that fall. Possession, all that. Короче, хотите видеть Аню у нас еще на реакциях? Можете писать. Да. Она все увидит и скажет, блин, я точно еще раз пойду к пацанам. У них классно. Не, мне реально понравилось. И атмосфера очень крутая. Я знаю мало ребят, кто слушает хорошую музыку, вот именно рок. И поэтому, ну, для меня это удивительно, что существуют такие люди. Вот так вот. Пятигорске. Пятигорске. Подожди, ты хочешь сказать, что нужно подписаться на канал, чтобы следить за новыми выпусками? Я, подписывайтесь, следите за ребятами. А еще ты хочешь, наверное, сказать, чтобы они подписывались на нашу телегу, в которой уже 20 человек сегодня вступили. Бля, 20? В телеге мясо, ребят. Там, бля, вообще. 20 человек. Там контакт ежесекундный, просто с аудиторией, бля. Телега, обязаколда просто Топ. В телегу. А если еще хотите смотреть за тем, как у Арчи жизнь устроена, я в своих сторисах, например, это показываю. Да, и инстачи. Наши инстачи обязательно будут в описании. Instagram. Пожалуйста, Анин инстач, Арчи инстач, ссылка на телегу будет тоже там. И впереди дохуя всего крутого. Потому что мы остаемся здесь, на Metal Course станции. Монолитные мы, вот же, все. Еще увидимся. Вот мы с кентами в заведухе сидим. Сфоткал меня. Ваня, я твою... Зайди, кстати, в телегу. Сфоткай меня, я видел, блядь. Сфоткай меня. Кто? Видели вот это ебало вот в телеге, блядь? Да, у меня бровь задрожала. Ну, давай.